Всем привет! Мои кулинарные сюжеты выходят во вторник и в субботу, но иногда дополнительно я выставляю в четверг какие-то сопровождающие закуски, салаты, вот в данном случае маринованный лук. Вот сюжет еще не вышел. Это казахская тушеная баранина, выйдет скоро этот сюжет, и в этом сюжете я делаю этот маринованный лук. Но этот маринованный лук надо еще отдельным сюжетом выставить в плейлист салаты. Кто зайдет в плейлист салаты, чтобы там эта позиция была. Потому что это реально интересный лук. И делается очень просто. Десертная ложка сахара, десертная ложка соли и чайная ложка уксусной эссенции. Все это развожу в стакане воды 200-250 мл. Комнатной температуры. Две небольшие луковицы нарезал кольцами. Ну, отправил их в этот маринад. На 20 минут. Через 20 минут лук готов. Сливаю в маринад, и лук можно подавать. Но можно его улучшить. И визуально, и на вкус. Это сумах. Ну, специю можно купить на рынке у продавцов сухофруктами, там всякими травками. Можно подать, уложив на мясо, а можно отдельным блюдом. Получается очень интересное, реально хорошее и нужное сопровождение к тяжелым мясным блюдам. Приятного аппетита, удачи, всем пока!